ней не так и написано. Листок из записной книжки прилагается. Мы искали этот листок. Смотрите, какой краник. Вот этот не работает, вот этот работает. Но он бесследно исчез. Видимо, Сталин оставил его у себя. Для него это была уже вторая. Здесь уже закончилось. Для обработки рук. Такие вот условия мужчин. Дорогой отец, я в плену. Я буду отправлен в один из офицерских. Обращение хорошее. Желаю здоровья. Сейчас попью кофе и приготовлю себе. По таблетке выпью. Антидепрессант. Сравнили эту записку с подлинными текстами, написанными рукой Якова до войны. Привет. Охранник вроде там, по-моему, более десятка. Охранник заходил вторая. Давай, их пусть есть. Правда. Я вам свечение принес. Обещайтесь. Именно не я. Поэтому Сталин принял записку от сына на какое-то время решил, что его сын осенью 41 года в ярости он наносит удар по невестке, Яшиной жене. Юлию Мельцер арестовали и держали в тюрьме. Юлю отпустили, когда выяснилось, что она не имела никакого отношения к этому несчастью. И когда поведение самого Яши в плену наконец-то убедило отца, что он должен не старался сам оставаться в плен. Джугашвили не дал никаких показаний, касающихся боевой мощи Красной Армии. Он категорически отказывался что-либо сообщать своим родным о том, что он находится в немецком плену, и просил не делать этого ни при каких обстоятельствах. По свидетельству Ройши, Яков во время допроса не писал записку отцу о том, что находится в плену.
кто ее написал, не знает. Но перед отлетом в Берлин ему передали какое-то письмо, написанное по-русски. Из показаний Рофи становится понятно, и почему немцам потребовались манипуляции с фотографиями Якова. Сын Сталина наотрез отказался фотографироваться. Уточняю, что присутствовавший на допросе фоторепортер из моей роты сфотографировал Якова Джугашвили во время допроса, на что он выразил категорический протест. Без фотографии Якова немцы обойтись не могли, иначе бы они нарушили прямой приказ Гитлера. Об этом приказе говорится в уникальном документе, который нам удалось обнаружить в немецких архивах. Майор полиции объявляет, что Фюрер хочет получить фотографию сына Сталина в компании в котором говорится, что сын Сталина устал от ситуации в России и поэтому дезертировал. По думке Гитлера, сын его главного врага на фото непременно должен вести дружескую беседу с немцами и улыбаться. Ну как это важно, добиться? Если клиник не просто не хочет позировать, но при виде врагов молчит и смотрит в сторону. Ответ очевиден. Фотографировать его из-под тишка, когда он расслаблен. Вот, например, кофе сделаю себе. Нужно ложку купить для этого. Пойду в магаз, куплю ложку. Правда, она, я не знаю, продается ли там ложки. Че, у меня ложки нету. Глаза уже начинают здесь какое-то вот такое ощущение в них, как будто за компом сидел, знаешь, долго, или фиг пойми, как будто плакал, как будто там что-то попало в глаза, вот в веки внизу, внутри, фиг пойми, усталость что ли так выглядит. Странно, причем тут глаза и веки нижние.